Опережение. Окей. Okay. So, so. Same technique as his army, the Tobikomi's kids coming. Yeah. Then distance is quite closer. So he wants to adjust the distance for Maege. So here is a gap. Yeah, so you have to fill this gap for time anticipation. В данном случае противник атакует вас Кизами Цуки в голову, после чего он стягивается и готовит Майгери. Мы себе так это представляем. И между этих двух приемов у него есть промежуток времени. Вам же надо предвидеть, когда это будет, и поймать его на этом промежутке. То есть между его двумя техническими действиями вы наносите атаку. Выйти с линии и сделать атаку. So inside, outside of him, then Kelly is coming, anticipate his attack, then shorten the distance. Вы должны предвидеть его атаку Майгери после его кидзами и успеть нанести удар прежде. Okay. So first one is this one. You see, distance is very close for Майгери. Дистанция слишком короткая для его Майгери. With his distance, he can't do Майгери. Can you kick Майгери? Yeah. So с этой дистанции он не может ударить Майгери. Too close for Майгери. Слишком близко к противнику. He adjusts the bar. Поэтому он отходит назад, чтобы перегруппироваться. This is the sequence. This is the technique. Attacking technique. Это последовательность данной техники. So now anticipate his intention. Здесь мы его намерения предвидим. Как только он хочет поднять колено для удара Майгери, so, мы when he wants, работаем на опережение. Yeah. That's timing. Enter by body, not this way. You get hit by his knee. So when he wants to lift his knee. Не забывайте, что здесь мы и держим тайминг, когда нам ударит, но также мы обязательно должны контролировать линию, потому что, чтобы он не попал по нам коленом, мы должны держать локти в правильной позиции для защиты корпуса. Yeah? Yeah. Okay. Yeah, there are many points, because it's quite risky, because distance is short. Yeah, timing is the most important point, timing to get in. Самый важный элемент – это время, найти момент, когда ударить его, когда сделать вход. So that's why sen no sen, definitely sen no sen. Поэтому здесь точно используется sen no sen. Enter by, you know, тай-собаки movement, so you can avoid his attack. Но также важно тай-собаки движение, которое скручивая свой корпус, вы избегаете атаки его коленом. Но тай-собаки, you just hit. Если же вы не сделаете скрутку, не сделаете тай-собаки, вас попадут коленом. And even you can block by your elbow. Здесь вы даже можете, он уже не попадает, но вы можете еще подстраховаться локтем, и вы входите в его корпус. И вам не будет тогда страшно ни его руки, ни его ноги. Okay. Good. Okay, we do it together.
Yeah. So I bring it inside, I saw this one. Four, five, okay, good. So now, up to now, we did number 1, 2, 3. Can you practice by yourself with partner? Сейчас мы сделали первую, вторую, третью. Можете ли вы сделать по парам? Anything, any technique is fine. You can do number 3. Вы можете сейчас сделать на выбор, без последствий. Вы можете сразу сделать 3.